Zdravstvo ti. Ja, hotel bi razkazati vama pomembnost knjiga Zora. Mi znamo, da ukazava človek je svoj tikun, no v celem se človek v njem to že je tikun. Ravašlag in vse kabbalista govore, da je to dve poti, kako se vršiti naš tikun. A, mi lahko in tipa evolucije, tojest običajne življenje, to tojest, da človek ni aktivno zanimati se svojim tikunom, Он и двигается. Он двигается, как, как объясняют, когда нужно или, они говорят, когда необходимо уже. Это как обычный человек, что он изменяется только когда ему это необходимо. Почему? Потому что он не видит, что это выгодно ему измениться и идти дальше, чтобы жить лучше жизни. А есть другой путь, как Равашлаг объясняет, что גרבה שלה גברית שתו, תברץ דל צ'לווקו, אום, וידי טושטו בילה פרושלם, איטלקצי ביתי דלשה. התאגדת צ'לווק מוז'טוס קרא וצבוי תיקון. פצלה מתה קקו יסטו צ'לווקי, יסט פסט שלווי צ'סטווה. אם מוידי, שתו שתו פלסחולת מירה, שתו צ'לוויץ, אידיוט שג, זשה, גם עוד שנמיה דלנה, שתו לא דינית ויגה יוצא. Они двигаются, когда им необходимо. И поэтому Раби Шимон Бар Юхай он написал книгу Зора. Он написал эту книгу, чтобы мы могли um, окружать себя в такая энергия, энергия um, движения, чтобы мы могли двигаться дальше и не ждать до того момента, когда сложно. Эта энергия в Кабале называется окружающий свет, Ор Макиф. Это тот наш потенциал, который нас толкает быть лучшим, чтобы получить больше и больше и больше. В Зуар, книга Зоар написано, что благодаря книга Зоар, благодаря изучению, чтению книги Зоара, мы можем выйти из всей боли и страдания и совершить наш текун с милосердием. И поэтому Рав Берг, он всегда сказал, что на самом деле самая важная книга Кабале ⁇ это книга Зор, Потому что даже человек не понимает то, что там написано. Когда он занимается книгой, он ее распространяет, он ее читает. Хотя он не понимает иногда ничего, его желание это сделать пробуждает его потенциал. Это как, как объяснить это, как, что твой лучше лучше себя, лучше версия себя тебя толкает идти дальше, быть лучше, расти, чтобы ты мог получить больше. И поэтому книга Зоар считается в Кабале как ковчег Ной, что когда есть проблемы, а вот эта книга нас защищает. Он нас защищает не потому, что это просто защита, потому что... Вот эта книга, когда мы ее читаем, ее сканируем, ее распространяем, а энергия этого книга толкает нас идти дальше, быть лучшим, не ждать до того момента, когда будет сложно. Именно что у нас будет вдохновение всегда двигаться и двигаться, и быть лучшим, и изучать больше. Это, это, это касается нашей духовной жизни и тоже профессиональной жизни и тоже личной жизни. Эта книга, как говорят мудрецы, она пробуждает наш потенциал. Поэтому все каббалисты э, говорили о важности зора то есть сканировать ее, читать, изучать от нее, ее распространять. Они говорят, что благодаря книге Зор мы можем выйти из все проблем, и боль и страдания с милосердием. To je savršen štikun brez bolečine in straganja.